перейти сразу к стартовым составам. Давайте начнем с гостей, с Ислачи. Ворота Ислачи защищает номер первый Егор Хаткевич. Защита слева направо. Номер 20 это номер 27 Юлиус Зоке. Над ним будет располагаться у солигорского шахтера. Это Юлиус Зоке. Хотя в расстановке перед игрой опасный момент. Яныш врывается в штрафную. Прострел в район 11 метров и 1-0. Солигорский шахтер забивает. Юрий Ковалев. Юрий Ковалев отличается. 1-0. Солигорский шахтер ведет. Быстрый гол забивает шахтер. И крупным планом нам показывают Сергея Ташуева. Безусловно, он рад, но эмоций не показывает. Ну и надо отличаться уже дважды. Дважды отличаться нужно Ислачи. Смотрим, Николай Януш врывается в штрафную. Здорово находит в районе 11 метров Юрия Ковалева, которого не смог удержать Готфри Стефан Шагойко. Здорово играет на Сергея Макарова. Один в один Макаров против Матвейчика. Прострел, удар по воротам, 1-1, Александр Макась. Александр Макась забивает. Недавно упоминал я Макася, и вот он отличается. Отлично, 1-1 у нас. Невозмутим Виталий Жуковский, но, безусловно, он рад. Команда сравнивает счет. Ну и Александр Макась подтверждает статус лучшего бомбардира Ислачи в этом сезоне. Давайте посмотрим. Макаров классно находит передачи. Подача. Удар Януша, перекладина. Николай Януш. И разряжает обстановку защитники Ислачи. Отличный момент был сейчас, то есть высокий прессинг мы наблюдаем. Нет, положение вне игры оставляют совершенно одного Элиса Бакая. И повезло, что албанец не попадает по воротам. На площади Ислачи. Вот этот момент. Элис Бакай один. Здорово на Антича. Подача от Антича. В район 11 метров, но там биток играет. Януш, еще один удар по воротам, но мимо ворот. Артур Слабошевич от мяча, удар Комаровского, но выше ворот. На Макарова. Не было нарушения, и Баланович здорово на Бакая. Не было положения вне игры, выход 1-1. Удар по воротам и 2-1, Элис Бакай. 2-1. Солигорский шахтер вновь выходит вперед под занавес первого тайма. Отличается Элис Бакай. Ну и знаете, вновь такая ситуация получается, что игроки Ислачи оставляют одного игрока солигорского шахтера. Возможно, подумали, что было положение вне игры. Вот, смотрим, здесь Баланович, передача. Элиса Бакая. Автора забитого мяча, пока победного. Болеть подопечные Ясинского именно за Горняков, так как при выходе. Давайте продолжим после этого эпизода. Ковалев убирает, но Хаткевич просто спасает команду в этом эпизоде. Шикарный шанс был у Юрия Ковалева, чтобы оформить дубль сегодняшний. У нас 3-1. В пользу солигорского шахтера, но здесь опасный момент был. Около ворот Егора Хаткевича. Юрий Ковалев ворвался в штрафную и простреливал, но... Классная передача Антича на ход Балановичу. Врывается в штрафную Баланович. Посмотрим, что придумает. На Антича удар по воротам, но лишь в сетку с внешней стороны ворот попадает Никола Антич. Опаснейший момент, удары 2-2, что происходит? Дмитрий Комаровский! И просто сейчас неимоверным образом радуется скамейка Ислачи. Дмитрий Комаровский сравнивает счет в матче и сравнивает счет в этой серии. 2-2, ну кто же не уследил здесь за Комаровским? Ну и не изменяет своим традициям Дмитрий Комаровский, отличается он забитым мячом. Как я говорил, в важных моментах поединка он это умеет делать. И здесь Антич классно убирает защитников Ислачи. Рыбак! А, неудачно здесь.
Не лег мяч на ногу. И... А вот здесь контратака. 2-1. Комаровский играет на Слабошевича моментище. Как не попадает здесь поворотом Артур Слабошевич. Какой же потрясающий момент был у Ислача, чтобы выйти. Все, дает свисток Денис Щербаков. Поехали, дополнительное время у нас. Доходило, уповают подопечные Жуковского на контратаки. Рудинок. Сильная оказалась передача и едва. А здесь опаснейший момент. Николай Януш выходит 1-1. Удар поворотом и 3-2. Солигорский Шахтер выходит вновь вперед. Николай Януш. 3-2. 5 мячей. Что мы сегодня с вами наблюдаем? Солигорский Шахтер вновь выходит вперед. И третий раз в сегодняшнем матче. Вот так вот получается. Николай Януш выходит 1-1 с Егором Хаткевичем и без проблем разбирается с голкипером Ислачи. Здорово, Антич врывается в штрафную, опаснейший момент возникает у ворот. Их Егор Хаткевич, какой сейф творит сейчас голкипер Ислачи. До этого, напомню, на поле появились у Ислачи Дмитрий Рекиш. Климовичу. Но я думаю, сейчас ведет мяч в игру Климовича, прозвучит свисток Щербакова. Но нет, дает он продолжить эту атаку солигорскому Шахтеру. Юрий Ковалев врывается в штрафную. И нет, и спасает сейчас Егор Хаткевич. Какой же момент вновь был у солигорского Шахтера. Егор Хаткевич спасает Ислач. Немного. Ну, мы будем наблюдать, наверное, что-то похожее на навал. Сейчас у Ислачи Комаровский. Здорово, моментище, Рекиш, удар поворотом. И как же не попадает сейчас полузащитник Ислачи. Какая потрясающая возможность была сравнять счет. Канате. Класс. Показав лучший старт своей истории. И как хотят руководители и тренерский штаб Ислачи. Давайте продолжим после этой атаки. Юрий Ковалев здорово убирает здесь. Удар поворотом и гол! 4-2! 4-2! Ну это, скорее всего, уже все. Скорее всего, что солигорский Шахтер выходит в финал Кубка Беларуси. Ну совсем не остается времени уже у Ислачи, чтобы отыграть 2 мяча. 4-2. И Денис Щербаков. Прима на Матвейчика. Можно пробить Матвейчику. Удар поворотом. Какой же сейф Егора Хаткевича. На Карповича. Здорово забрасывает Карпович. Но мяч попадает в руку. И все. Звучит финальный свисток Дениса Щербакова. Солигорский Шахтер одерживает победу лишь в дополнительное время. 4-2.